Всем большой привет. И, люди, я облажалась. Если помните, мы с вами распаковывали термочашку маленькую, которую я купила на работу для кофе. Вот, я недавно была у мамы, кто смотрел, и я забыла чашку. Поэтому мне пришлось купить новую, так как за старой я еще не скоро поеду. Ну, в ближайшее время, по крайней мере. Поэтому давайте распаковывать новую чашку. Я тоже купила ее в кактусе, тоже стоит 330 гривен. Правда, пакет от Евы. Вот. Давайте смотреть. Так, мы еще не убрали елку, поэтому я решила возле елки. После 14 февраля уберем. Так, вот чашка. А, кстати, у меня еще сегодня будет распаковка из Алика. Вот. Я забрала две посылки и одну уже открыла проверить. Там лосинки. Но я покажу в другом видео. Итак, давайте вернемся к чашке. Зацените, какая она. Она вообще молочная, но коробка от розовой. Что со светом? Так, я включила вспышку. Вот, 320 гривен, даже не 330, сорян. Так, вот какие цвета бывают. 270 миллилитров, в принципе, обычная чашечка. И давайте вскрывать. Так, мне ее уже упаковали в пакет, она была без пакета. Это очень удобно деткам для школы. У кого? Детки, смотрите, какая милашеса. Класс. Вот. Made in Китай, скорее всего. Но с Алика долго ждать, поэтому я решила купить. Вот она такая милая. Вот она примерно как моя ладошка. Даже меньше. Вот. Но мне для утра и в сумку очень удобно. Это, конечно, у нас не сильно прочное, оно может оторваться. Вот. Сейчас откроем. Интересно, сколько она будет держать. Вот, внутри она такая. Тут, чтобы она не... Что-то там не наделала, чтобы не набралась сырости, наверное. Так, там у нас бирка еще. Вот такая. Так, и вот, собственно, такая мини-чашечка. Очень удобно мыть. Я не хотела, чтобы было узкое горло, потому что ничего не пролазит туда. Вот у меня есть щеточка, и безумно удобно будет ее мыть, потому что оно широкое горлышко. Кстати, крышку еще покажу, как она у меня здесь. Закрывается все плотно. Давайте посмотрим, тут пишется, сколько она держит по времени. Так, кто шарит в английском, переводите. Так, тут не написано. Ну, я думаю, часа 4 она продержится. Так, так что вот так. Ну, тут у меня пакеты, кстати, нашла для себя вот такие пакеты в Ватсоне за 107 гривен. Сейчас акция, здесь их, сейчас гляну, сколько штук. 40 штук на 1 литр, крутые, они вот с такой застежкой. Мне безумно нравится их использовать. Ну, ладно, не про пакеты сейчас речь. Вот эту херь купила, ну, для ушей, там, 25 гривен. Так, дезодорант 97 сейчас в Ватсоне акции. Я чуть-чуть поубираюсь и вернусь к вам с распаковкой с Аликом.